Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала! Установил я рулевой редуктор, тяги, все как положено. В общем, строго не судите. Делал как мог, что пришло в голову, так и делал. И особо сильно там не смейтесь, потому что я делаю это все в первый раз. Могу где-то ошибиться, могу что-то пропустить. Может, даже эта система и не будет работать. Все, погнали смотреть. Итак, выставил я это все дело на мой домкратик быстрый. Будем сейчас размечать. Может, даже придется вот эти тяги выгинать, скорее всего, поднимать их выше. Сейчас их, наверное, сниму и загну их выше и поправлю немножко, чтобы балка, точнее тяга, была чуть повыше. Хотя она и так будет повыше из-за шаровых, даже выше, чем шкив. Ну, сейчас, в общем, пока не померяю, я не могу ничего конкретно показать и предложить. Сейчас я разбираю вот эти рычаги. Это рычаги с той же самой передней балки Волга, кто еще не в курсе. Вот, так что погнали разбирать и примерять. Разобрал я все эти штукенции. Сейчас раскручу здесь и соединю вот эти две тяги и померяю. Возможно, даже они подойдут, даже если будут длинноватые. Вот здесь изогну и пущу их выше. Посмотрим, как оно будет смотреться, если, конечно, они будут длинноватые. Если будут как раз, тогда уже, возможно, подогну там. Ну, в общем, и почищу, наверное, их. В общем, чищу рычаги. Сейчас покажу, как я это делаю. Очень, как говорится, по-быстренькому, без всяких заморочек. Вот на примере вот этого, вот такого вот засаленного рычага. Ну, шаровый подоставал. Все это очень быстро делается, без всяких заморочек. Вот так вот. Ну вот и все. Вот и все. Сейчас он нагревается, да, но зато вот этот мазут выгорает, появляется такой порох. Ну вот здесь вот уже такой тепленький. Сейчас покажу щеткой по металлу чухану. То есть масло выгорело, все эти сало, это все выгорело. И щеточкой. Абсолютно чистый, сухой рычажок получается. Выставил колеса ориентировочно, смотрю, визуально вроде ровненько. Замерил по центрам, получилось 42 по центрам. Вот тяга у нас получается, если брать вот эти две длинные. Где у нас рулетка? Опа. Две длинные, 50. Замечательно. Теперь что я делаю? На одну из тяг
отрезаю от малого и прям в торец привариваю резьбу другую, чтобы накрутить сюда регулировочный вот эту вот гайку. То есть я ее еще раз увеличу, а здесь вот она идет на изгиб. Вот согну здесь и согну здесь. И выставлю по центрам, чтобы было у меня 42. Вот. Она пойдет выше. Думаю, что эти рычаги трогать не буду. Должно получиться. Впрочем, сейчас сделаю, покажу. И загнул тяги. Вот таким вот образом. Вымерил, высчитал. Вот так вставлю впритык. Там у меня по центрам 42. Здесь у меня получается, если по центрам вот так вот выставить, на центр примерно, и здесь примерно, где-то 41. Как раз вот этот зазорчик, сантиметр, это и будет регулировка. Вот, то есть должно все получиться. Ну, впрочем, сейчас поставлю. Тут на центр, тут 42. Впрочем, сейчас поставлю и будет видно, подошло или не подошло. Приварил резьбу, отрезал от нее же. И получается вот такая вот штукенция. Сейчас померяем. Тягу я поставил эту, проверил во всех плоскостях, будем так говорить. При качении, при вывороте нигде раму не задевает. Пристегнул маятник от Волги. Чудесно он подошел. Выглядит вот так вот. Кто не видел, как выглядит волговская балка, посмотрите там. Вот здесь вот видос. Ссылочку я оставлю. Вот. Там, где я ее на металломе забираю. Все это запчасти до сих пор я использую от волговской балки. Вот маятник уже пригодился. Те же самые тяги. Удобно вот эти ступицы. Кто не видел прошлое видео, посмотрите, как это все собирал. Вот те же самые диски тормозные, изменил вылет колес. Что еще хочу сказать, это все я ничего здесь не резал, поэтому балка получилась такой вышины, получилась такая, какая получилась, не ниже, не выше, а вот как есть, так и есть по ступице. Так, значит, определился я, все-таки будет стоять маятник, и будет он качаться вместе с этими рычагами и тягами. В общем, сейчас хочу прихватить вот сюда такое ухо. Это для другого шарова, который пойдет на рычаг. Ну и, соответственно, чтобы меньше рулем маслать, может даже его где-то и ближе к середине. То есть на рулевой колонке ход минимальный. А на колеса будет уже максимальный. То есть оборотов руля нужно будет сделать поменьше. Я не думаю, что он будет сильно тугой. Тракторочек легенький. Поэтому без проблем. Ну, скорее всего, здесь вот. Так, для уверенности, для удобства. Вот. И он будет находиться на уровне узла качения. Что вот так вот, что по горизонту поставлю, приварю вот это ухо так, чтобы шаровый стоял на ровных колесах, именно по горизонту, чтобы проходил, и вот так вот, то есть строго на уровне болта. Я думаю, это будет правильно. Ну, сейчас, впрочем, прихвачу рулевую колонку и что-нибудь уже нарисуется. Расцепил я раму, все, благо все на болтах. Значит, варил вот такую пластинку сюда для крепления рулевой колонки. В общем, разметил, рассчитал, все будет замечательно. Здесь тоже вырез по раме, но он не до конца, здесь борт есть, оставил где-то сантиметра полтора. В общем, замечательно. Так, что еще? Пока все. Сейчас скручиваю на месте. Балку не снимал. Как прикручено, так и прикручено. Мне проще раму скрутить, чем балку снять.
Так, присверлил, просверлился и прикрутил маятник на свое постоянное место. Вот так это все дело выглядит. Наварил я его снизу. То есть это сейчас она перевернутая, рама. Вот. Вот это ухо подварено снизу этого рычага. Так нужно мне было. Потому что по-другому, ну, никак не получалось. Все, сейчас пристегиваю раму обратно и будем крепить рулевую колонку. Ну, впрочем, могу даже и показать, как это легко и быстро делается. Вот и все. Рама на своем месте. Редуктор прикручен. Вот так вот отметил здесь центр. Соответственно, замерил. Вот здесь у меня стоит центр. Вот метка. Не знаю, не видно, наверное. Видно вот. Вот линейку так повесил. Угомонить надо ее немножечко. Ну и соответственно, вот, чтобы было видно, да. Линейка прячется. И центр. Вот этого мне нужно. Не вот этого, а вот этого. Так, здесь я тоже выставил редуктор. Выставил редуктор на середину ровно. Это крайнее одно положение, это крайнее другое. Соответственно, делим пополам. Делаем два оборота. И становится все, ну, приблизительно на центр. Вот, когда это выставил, это уже больше не надо. Нужно сделать, ну, я еще потом проверю, нужно сделать именно вот такую вот тягу. Ну, редуктор не сдвинется, а здесь я аккуратненько все это дело сейчас вымеряю и сварю нужного мне размера. Вот как-то так. Так, сварил вот такой коротышок. Вот два коротких были шаровых. Один обрезал, отрезал часть резьбы и прихватил. Прихватил быстренько, оно даже нагреться толком не успело.
и сразу остудил. Все, другой шаровый тоже я резьбу часть обрезал. Ну, то есть укоротил так, как мне надо. Теперь это дело регулируется. Не зря я так сделал. Поэтому сейчас это все дело выставил и прикручу. Прикручу. Вот. Отлично. Все работает. Так. И посмотрим. Посмотрим, что у нас тут получится. Итак, в общем, система собрана. Это рычажное управление, да? Сейчас я покажу, как это все выглядит уже в собранном виде. Все это качается замечательно. Надо подушки прикрутить, чтобы не стучало. Поставил такой маячок. Здесь у меня три меточки. Крайнее положение в одну сторону, крайнее в другую. Соответственно, ровно посередине это у меня стоит рычаг ровненько. Все это вымерил, высчитал по оборотам. В общем, вот так это выглядит. Здесь тяга прикручена так, имеет регулировочку. Но чтобы ее отрегулировать, надо скинуть либо эту, либо эту. И провернуть туда или сюда. Небольшая регулировочка здесь присутствует. Это выворот колес, чтобы был одинаковый в одну и в другую сторону. Именно она регулирует. Так, еще регулирует выворот колес вот эта тяга. Она вот сварена вот таким вот образом. Здесь наконечник с вот такой тяги, только жигулевский. И зажата, не знаю, видно, не видно, зажата болтом под нужным углом. Все это варил на месте. Вот это надо еще прикрутить. Она тоже регулирует по выворот колес в одинаковую сторону, то есть чтоб туда и сюда. Ну и соответственно, чтоб лишний раз не вымеряться, не подгоняться там по миллиметрикам, лучше покрутить немножко вот эту гайку. Вот здесь прикручен маятник. Маятник прикручен так, чтобы не мешал вылезти болт. Это прямо до балки. Здесь регулируется уже схождение колес этим самым. Вот, качается весь узел, значит, вот так вот. Все рычаги качаются вместе с балкой. И вот этот шаровый стоит что по горизонту, что вот так вот, ровно напротив болта. Вот, смотрим, я качаю. Вон меточка стоит. И она не шевелится. Так, теперь делаем выворот. Руками неудобно, выверну колесами. Делаем выворот до упора. Это максимально, что можно вывернуть. Иначе вот здесь, если тяга станет ровно, то она просто, колесо не вернется. Небольшой угол я все-таки учел здесь. Небольшой угол. Тут также все это уварено. Вот максимальный выворот колеса. Это вот так, оно аж даже ложится. Другое еще больше. Как так сверху показать, я не знаю. Но это еще будем смотреть. Вот. Значит, качаем балку. Смотрим на... О, неудобно одной рукой. Балка качается. Изолента как стояла, так и стоит. То есть биение сюда, вал вообще никакого нету. Вот он, шарнир. Качается на этом шаровом. Выворачиваю в другую сторону колеса. Вот так вот. Это до упора уже все. До упора. Теперь качаем балку. Опа. Теперь качается на другом шаровом. Видно, да? Тот шаровый, который ближе всего к узлу качения, к оси, да, ко всем этим, на том и качается. Также изолента не двигается. То есть вал не отдает никак. Вот такая вот штука. Вот эта вся конструкция, вот эта тяга, вот этот маятник, вот эта тяга. Это сейчас отрегулирую, закручу.
вот это все качается вместе с балкой. Здесь одну серьгу я обрезал. Она мне не нужна, она бы давала больше хода и было бы только хуже. В любом положении, в каком ни поставь, получилась вот такая вот штукенция. Так, ну на этом, наверное, серию про установку рулевых тяг буду заканчивать. Теперь я их настрою, как мне надо. Это настроенное, вот эту только чуть-чуть подведу. И все. И вот эти сделаю схождение. Они сейчас чуть развалены в стороны, выровняю. Вот такая вот штукенция. Эти переваривать не пришлось. Пускай будут так. И давай покажем сейчас. Сейчас покажем, как оно все это дело спереди. Сейчас я стойку уберу. Вот так вот все это дело выглядит спереди. Здесь рулевая колонка на уровне рамы с вырезом. Здесь идет вот такая вот штука. То есть балка и все вот эти рычаги и тяги выше шкива. Тут, соответственно, тяги за стойками, наконечники. Вот такая вот получилась балочка у меня. В общем, на этом буду заканчивать. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь, кто не подписан, ставьте колокольчик. Еще будет много-много-много интересного. Оценивайте видео, ставьте лайки, дизлайки. И пишите комментарии. Правильно я сделал, неправильно, потому что я не знаю. Я институтов никаких не кончал. Сам от себя, что в голову пришло, так и делаю. В общем, все, давайте, с вами был Санек.